Стражи пережили немало испытаний под командованием авангарда. Но даже его авторитет пошатнулся перед лицом Черного флота. Черт, фантомы, убирайтесь прочь! Да. Что нас терзает. Сколоса поглотило высокомерие. Он держал под контролем все дома падших, и из-за его заблуждений многие из них прекратили существование. Опыт Сколоса служит напоминанием обо всех жизнях, потерянных из-за прихоти отдельного Келла. Сколько пирамиде не стараться, мы не испугаемся.
кошмар с Колоса. Прямо по курсу. Он наш. Кошмаром был Сколос. С ним покончено. Найди меня, когда подготовишься. Я больше не могу.
Много лет назад Таникс не оставил камня на камне от авангарда из-за какого-то контракта. Андал Браск был хладнокровно убит, и авангард охотников остался без лидера. В конце концов, Таникса убили за это по приказу Кейда-6. Однако шрамы, оставленные этой ситуацией у всех стражей, так и не затянулись. И снова пирамида извлекает выгоду из нашей общей боли. Мы не поддадимся. Вот и кошмар Таникса. Разберемся с ним.
Эрис. Последним кошмаром был Таникс. С ним разобрались. Хорошо. С каждой победой мы подбираемся ближе к пирамиде. Выводка Крота есть жажда уничтожения, не знающая границ. Так был сотворен Фагот Неукротимый, чтобы обрушить на всех нас волю зла. Если бы он преуспел, мы бы тут сегодня, наверное, не стояли. Фагот — это воплощение страха. Кого же еще могла породить пирамида? И кто бы еще мог быть настолько достойным соперником для тебя?
кошмара погода не стала, Эрис. И мы стали еще сильнее. Я все еще вижу его в своих кошмарах. Интересно, кажется, на этой луне нет ужаса. Thank you.
Помогите! Пожалуйста! Слишком много!
где-то нужно провести уборку. Пирамида пытается одурачить меня, используя фантом Толланда. Но он же жив. В конце концов, я провела больше времени с Ульем, чем со стражами, что сражались рядом со мной. С помощью этих фантомов пирамида пытается взять над нами верх. В случае необходимости все стражи должны участвовать.